Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопиджано Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванчакалпатаруашчакепасиндхивевача Патитананг Павунебхо Вайшнавибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигирим Яткипатамаханг Банди Парамананда Мадама Бриндхавай Тулсидебхай Пиявай Кесавасача Кришна Бхакти Пади Деви Сатта Баттой Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхо Пудеш Гаурия Патрашо Пракасане Ча Садану Ракта Гуру Бхакти Йогто Бхакти Прамодакша Джагод Варанья Дейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Битатихам Панатапад Бхавад Дипутам Банде Махапурусати Чарна Равиндам Ят Пада Паллава Накачанда Мани Чатая Бисфуриджита Кимапикапавадушва Дарши Пурнану Рагара Сасагара Сарамурти Сарадикама Икада Кибам Карош Си Кришна Чайтанна Прахунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Си Кришна Чайтанна Прахунитананда Си Аддайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхакта Винда Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanu lammita hujau kanaka budhato, Sanketanai kapitaru kamala yatakshu. Вишам бару дюжа бару жукадхар мупалу банде жагатрия кару каруна бхатару Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сураир Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхавану Рупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманийя Джата Калапам Гаури нирантара пивуши тавам бхагам Нараяно прияманаṅга мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша джаша вадане Лакшмир джаша ча бхакшаши Ясьясте хиде самби Твам нишингам ахам бхаджи Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Твам Бхакти Йога Парибхавита Хиссарожа Асасе Шутекшита Патанунунатта Пунгсам Джад-джад дхияту ургая вибхавайати Таттадвапу пранаясе шадану грахайо Твам бхакти йога парибхавита Хиссаро жасасе
Шутейкшитапатанунунат пунгсам, жади-жади дхияту уругая вибхавайати, таттатапу пранаяси садану грахайо. Гаурия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру told, Гаурия Гоштхипати, Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что вне зависимости от того, в какой ситуации, в каких обстоятельствах мы оказались, мы должны продолжать свой харибаджан. Мы не должны прекращать харибаджан никогда. И это наше сердце и душа. Во времена Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Такура мы видели, мы читали, мы знаем то, что Шри Чайтанья Махапрабху в то время это было изначальное место, откуда все Чайтанья Вани, учение Шри Чайтанья Махапрабху, оно оттуда проповедовалось, это все Чайтанья Махапрабху, это изначальное место, где Чайтанья Вани, они распространяются по всему миру, но все же внешне, внешне это место было достаточно бедно, не было достаточного количества денег, и так или иначе они довольствовались тем, что есть, и потом много, а впоследствии много земли и прочего богатства пришло. Но до этого было очень такое скромное состояние. Даже преданные, у них не было тарелок, чтобы есть просад, из которых риса недостаточно из всего остального, но все же они совершали баджан с великим энтузиазмом. Но сейчас у нас много удобств. Все у нас есть, но все же мы не можем совершать харибаджан. И это потому, что из-за недостатка веры в Гуру и Вайшнава, и без всякой решимости, и иногда приходят матхи люди без какой-либо цели, что им не живется семейной жизнью и думают, что духовная жизнь будет проще. Часто такое бывает, что какие-то люди, которые испытывают одни неудачи в материальной жизни, поэтому думают, что лучше пойдут жить в матхе. И, к сожалению, большинство случаев таких, и поэтому мы не можем прогрессировать. Шрила Прабхупад говорит, та шлока, с которой начал, в соответствии с нашим сердцем, как мы совершаем баджан. Это главное. Кто наш Гурудев? Как мы обретаем милость Гурудева? Это очень важные вещи на пути баджана. И также та шлока, с которой начал, и вот здесь говорится, что Бхагаван может проявить свою сварупу в соответствии с нашим желанием, в соответствии с желанием нашего баджана. И вот Бхагаван может проявить свою сварупу. И также Кришна в соответствии с различными настроениями баджана, различные бхавы. В различных бхавах Кришна является перед преданными в различных формах, как Судама Випра. И вот это очень обширная тема, ее нужно обсудить. Судама Випра, он не ожидал. Он был нишкинчаном, у него не было желания, он не ожидал ничего от Бхагавана. Он совершает баджан с каким-то, с таким прекрасным чувством, но по просьбе своей жены, жены Брахмана, она посоветовала ему, что
ему хорошо бы встретиться с Кришной. Мы видели это. И вот Судама Випра пошел, чтобы встретиться с Кришной. И как он встретился с Кришной, я обсуждал это. И там Судама Випра, он не просил никакого богатства у Кришны. Судама Випра ничего не просил у Кришны. И после принятия прасада и отдохнув там ночью, и там в Бхагаватам говорится, Вишвабхавена шасукхена абхинандитаха джагамасалаям сваалаям тато патхану бражанандитаха. В начале всего там говорится, вчера я об этом говорил. Вишватмано шарвасампад самриддхае асмин локе атхава амасмин пункшасту атошу каранам. Рукмини деви going to catch the hand of Krishna and saying, взяла Кришну за руку и сказала, достаточно. Enough of it. Достаточно есть этот дешевый, дробленный, ломаный рис, поскольку ты автонишкинчан, ты уже доволен тем, что ты уже съел. Хватит, больше не нужно есть этот дешевый рис. И то, что ты принял пожертвование от дома Судама Випра, этого более чем достаточно, поэтому прекращай его есть. В этой жизни или в следующей люди, они могут обрести достаточно милости, поэтому хватит. И вот здесь говорится, то, что Брахман Судама Випра. Брахмана стванту раджани мушитва учита мандуре. Ушитва, мане, staying, night time staying in Ачюта Мандир. И вот он ночью остановился в Ачюта Мандире, в том месте, где жил Кришна, и здесь говорится то, что там, ушитва, отчита мандуре, after staying there night time, и вот, находясь там ночью в Ачюта Мандире, и приняв прасад и попив воды, Судама Випра был очень доволен, поскольку Судама Випра нишкинчан, он всегда доволен. И ему внешние, ему не нужны какие-то внешние вещи для наслаждения, и поэтому Судама Випра думал, что, он находится в небесах, в таком богатстве. Небесное богатство – это очень простое сравнение. Дварака, она подобно Вайкунтхе, и здесь говорится, что он чувствует себя как на небесах. И после этого, на следующий день, Пати Анупрджа Нандитаха. In the next morning, и вот следующим утром, когда солнце взошло на небосводе, Анандамай Бхагаван, Кришна, он отправился выразить почтение Судаме за то, что он пришел к нему, встретился с ним, он прославил своего друга Судаму. Анандамай Бхагаван Си Кришна going to glorify him, and after that going to give gratitude. After that, и вот он выразил ему свою благодарность, и Кришна following. Кришна, он, правило такое есть, когда great personalities, великая личность приходит в ваш дом, when great personalities coming to your house,
И когда они уходят, такое есть 64 различных вида баджана. Один из этого. И там говорится, когда ваш Гурудев или Вайшнава уходит с вашего храма или дома, вы должны проводить их какое-то время, пройти с ними. Анубраджа называется. Нужно пойти проводить в течение какого-то времени расстояние, поклониться, и можно разойтись. Пати Анупраджа Нандитаха. Бишвабхаван Бхагаван Шри Кришна going to glorify him. Бхагаван Шри Кришна прославляет его. И следует Судама Випре. Он оставляет эту Дваракадхаму. И после этого Судама Випра начал. Вот он отправился домой. И вот Судама Випра отправился к себе домой. И этот Брахман, я имею в виду друг, друг Кришны, он был очень беден, не был, даже, а и Кришна ни копейки денег не получил. Он пришел, он пришел к Кришне по желанию своей жены. У него не было, поэтому ничего, у него не было никаких желаний. Если у вас есть нет желания получить никаких мирских вещей, то тогда можно сказать, что вы нишкинчин, иначе нет. И вот он шел, следовал ему, и после этого он начал, пошел он проводить его, и все равно Кришна ему ни копейки денег ему не дал. Но все же Судама был очень счастлив, поскольку у него не было никаких желаний. Все равно вот так он пошел к себе домой и Чалабда Дханам Кришна Нату Джачита Бхану Свайам. He was not given any property by Krishna, and at the same time he didn't feel it necessary to ask something. Ничего не взял у Кришны, не получил от него, и не думал просить. He was very satisfied because he met with Krishna. Он был очень доволен, поскольку он встретился с самим Кришной. И вот, встретившись с Кришной, с Гуру и Вайшнавами, по-настоящему встретившись, физически встретиться мало. После встречи с Кришной, или с Гурудевом, у нас не может быть, после настоящей встречи, у нас не будет, не может быть никакого неудовлетворения внутри нашего сердца. Гурудев иногда говорил мне, шутил, смотрите, они кланяются мне. Долгое время лежат на полчаса на полу, не встают, и Гурудев говорит, они кланяются мне, я знаю, они кланяются, но... Что такое дандават? Дандават должен совершаться телом, умом и речью. И вот Гурудев говорит, что они физически кланяются и могут говорить даже ванчакалпатарвыща, но в уме не каждый готов поклониться. Вот если некоторые кланяются физически и словами, но здесь говорится, что телом, умом и речью, если вы сможете поклониться кому-то, это и будет подлинный дандават. А если вашу оставляете себе, если вы оставляете свой ум со собой, не подносите его Гурудеву, то тогда Гурудев не сможет его исправить.
если вы не сможете, не смогли предать, поднести вашим лотосным стопам Гурудеву, то тогда Гурудев не сможет исправить его. Мы должны предложить свой ум Гурудеву, должны предложить, как Пушпанджали, но Пушпа, Пушпа значит цветы, но также Пушпа на санскрите – это синоним слова «суман». Другое значение слова «пушпа» – кто-то говорит, что это цветы, а «суман». Если разобрать это слово, как «суман сарва», «кусум сарва», во Вриндаване есть «кусум сарва», там, где Радхарани и Сакхи Манджари, они собирают цветы, но вы не знаете. И вот на пути к Радхакунде есть такой сарвар, называется Кусум Сарвар. И в Кришна-лиле мы находим Радхарани, она собирает эти цветы. И вот имя Кусум Сарвара, это Суман Сарвара, каждый об этом знает. И Кусум Сарвара, это Суман Сарвара. Суман значит, это такой благостный ум с благостным, хорошим настроением. Такой чистый, хороший ум, с хорошим настроением, с хорошими желаниями изменить этот ум. И мы такой достойный ум должны предложить лотосным стопам Гурудева, как Пушпанджали. И когда мы сможем предложить наш материальный ум с хорошим ум и настроением Гурудева, мы знаем, что это материальный мир, но все, материальный ум, но все же у него есть какое-то настроение, несмотря на то, что есть какие-то анархи внутри. И поэтому я говорил вот об этой штуке «Акама сарва камава, мокша кама ударади». В любом состоянии, может, немножко слабости, мы в любом состоянии должны поклоняться Кришне и также преданным Кришне. Вы слышали эту шлоку? Не слышали. Из Падмапурана она. Вишну араданам парам тасмат паратарам деви тодианам самарчанам. Деви, и вот Парвати, Деви Парвати, Дурга, Дурга, Ума, Ума, Шати, Сати, when you ask to Shankar, спрашивают Шанкара, своего мужа, whom to worship, кому же поклоняться, which Aradhana, какая Арадхана, which Aradhana is excellent, какое поклонение наилучшее, скажи. И Шанкар Бхагаван отвечает. Парвати спрашивает с таким, она хочет узнать Таттва Сиддханту, какая Арадхана наилучшая, кому же поклоняться, кто наидостойнейшее поклонение. И тогда Шанкар Бхагаван отвечает. Арадхананам деви сарвейшам вишну ааданам парам. Топмост арадхана. Лучшая арадхана. Лучшее поклонение во всей вселенной. Да, арадхана об вишну. Это поклонение вишну. Вишну значит, мы гаудии понимаем, Кришна, поскольку вишну, это вишну таттва или Кришна таттва, она вся великолепна. То есть любой можно аватаре Вишну поклоняться, любой аватаре Кришны, но лучше, более великолепно это поклонение преданным Кришне. Мы можем поклоняться Вишну, это хорошо, очень хорошо, но есть нечто лучшее, если мы поклоняемся подлинным преданным Вишну. И таково состояние.
Tasmat Bharatanam Devi Tadhyanam Samarchanam. We think мы думаем, we can give Pushpanjali что мы можем предложить Пушпанджали лотосным стопам Гурудева очень просто, но мы также должны предложить наш материальный ум. Я знаю, этот материальный ум полон анартха. Но все же мы должны пытаться следовать этой слоге. Могут быть какие-то анартхи или не могут. Это не столь важно. That's why, поскольку акама, сарвакама, различные желания. Но все же мы должны поклоняться Кришне. Кришна, Он Верховный Господь. Акама, сарвакама, мокша кама, кудахути. Акама, у кого есть желание или нет желания, или кто полон желания, все должны... Мокша, мукти. Anyway, you will have to worship Krishna. Все равно мы должны поклоняться Кришне, поскольку говорится здесь очень ясно, говорится то, что акама, сарвакама, гаруди, тиврена бхакти йоган. Not very likely, okay, I can do, but not that. Тиврена tremendous. Тиврена значит с огромным вдохновением, огромной любовью, огромными усилиями. Мы должны поклоняться с огромным энтузиазмом, мы должны поклоняться Кришне. Джаджета Пурушампара. И перед этим одно слово мы забыли понять. Ударади. Ударадхи значит тот, чей ум, разум, интеллект, он находится в таком хорошем состоянии, может, у него есть какие-то анартхи, но все равно он принял решение обрести блага от поклонения лотосным стопам Гурудева. И вот таким образом Пушпанджали значит предложить посвятить наш материальный ум с хорошим таким настроением. Пушпанджали значит предложить наш материальный ум как Пушпанджали лотосным стопам Гурудева или Бхагавана с таким идеальным намерением. Мы кланяемся, даже шастра говорится, что Вайшнава даршан он наилучший. С помощью даршана, просто получив даршан вайшнава, вайшнав он, мы очистимся, увидев вайшнава, когда мы кланяемся Гурудеву. Полные распростерты поклоны или матаджи приносят панчанга поклон. И это сравнивается с одним случаем. Когда вы поклоняетесь Бхагавану, каждый день вы предлагаете цветы, совершаете арчану. Эти цветы вы собираете, подносите Господу, не выкидываете, а в каком-то месте складываете, потом в какой-то день идете на Гангу и все эти поднесенные цветы, прасади, малы, воду, которую совершали арчану абхишеку. Обычно ее собирают в одном горшке и потом периодически выбрасывают в Гангу. Вот этот горшок опрокидывают в Гангу, и все содержимое попадает в Гангу. И таким образом вся вода, туласи, цветы, гирлянды и прочее, то, что подносилось, оно попадает в Гангу. И потом этот горшок моют это глины Ганги обычно, и потом набирают свежую воду в этот горшок. А как набирают свежую воду? Этот горшок обычно помещают в Гангу,
Вот Махарадж показывает, что Нависа зачерпывает этим горшком воду, чтобы потом вернуться с этим горшком, наполненным свежей водой Ганги, поклоняться дальше. И вот так же, когда мы кланяемся Гурудеву или чистым Вайшнавам, то тогда все скверные вещи с нашей головы, они вываливаются. Гурудев нельзя сравнивать Гурудева с Гангой, поскольку, чтобы очиститься, нужно принять омовение в Гангу. На Гуру Вайшнавов достаточно посмотреть. И в Киртанах Нарутам так говорит, пишет. И вот сначала можем подойти, прикоснуться к Ганге и очиститься таким образом. Но к Вайшнавам не нужно прикасаться, просто увидев их, мы уже очищаемся. Это описывается в Киртанах. И когда мы клонимся, то наши все плохие вещи из нашей головы, они падают стопам Гурудева, и потом, когда мы встаем после поклона, то Махарадж сравнивает это с тем, что как что к нам в ум попадают чистые вещи, подобные в воде Ганги. Махарадж приводил чуть раньше пример, что сначала из горшка выкидывают то, что уже использовалось в поклонении, какие-то вещи, которые уже сгнили и не нужны. И эти потом моют это же горшок и зачерпывают им свежую воду Ганги. И вот после того, как Шрила Чиддхартха Госвами Махарадж ушел, большинство преданных, они приходили к моему Гурудеву и задавали два вопроса. Самые популярные были два вопроса. Большинство задавали эти два вопроса. Первый — как осознать, кто есть подлинный саду? И второй — как совершать баджан совершенным образом? Почему мы не обретаем милости? Как совершать баджан? Почему мы не обретаем милости? И вот эти два вопроса мы вводим, баджан совершаем, но милости не обретаем. И я уже вчера говорил, что осознанно или неосознанно мы совершаем какие-то оскорбления, апарадхи, и поэтому они нас тянут вниз. Мы вводим, совершаем баджан, нельзя сказать, что не совершаем. Рано встаем, повторяем мани, харинам, вводим, все делаем, но почему не получаем достаточные силы, чтобы прогрессировать в баджане? В этом главная проблема, то, что мы совершаем оскорбление. Также Группа Падма говорил, вы находитесь, живете в Навадипдхаме. Это самое положительное, самое хорошее. Вы не знаете дама вас, когда вы находитесь в даме. Это дает вам великую возможность, поскольку дама, вы знаете, Балдев, вот Брахма Самхите приводится его слова, что это дама. Это Балдев Таттва, вы не знаете. Не каждый слышал. И чтобы осознать это, иначе вы не сможете стать успешными. Дама — это Баладев Таттва, это значит Гуру Таттва, как мать. Когда она берет нас на колени, когда мать, она берет ребенка на колени, ребенок этот уверен, что мать как-то окажет заботу, накормит его грудным молоком или еще что-то хорошее сделает. И также мы находимся в даме. Дама олицетворена Баладевом или Гуру Таттва. Она
помогает нам прогрессировать, помогает нам во всем. Мы, но не все могут осознать, где они живут по-настоящему. И в Даме Кришна не может простить вас. Может случиться так в вашей жизни, что Кришна не может простить вас. Может такое случиться, что Кришна будет недоволен вами и не сможет простить. Но Дама, это Баладев Татва, она всегда простит вас. Я не говорю никаких историй, я могу привести примеры иногда. Из-за каких-то оскорблений ваша Кришна очень недоволен вами. И не хочет давать вам свои милости. В этом случае, кто может спасти вас? Баладев Нитянанда. Баладев Нитянанда, они могут попросить Кришну, чтобы он простил нас, как Джагай Матхай, Гуранга Махапрабху, он... Уже призвал Сударшан Чакру. И вот все слышали, вот Сударшан Чакра уже начала подлетать. И тем временем Нитянанда начал молиться: «Господу, Господь, ты забыл, мы пришли сюда не для того, чтобы убивать демонов. Это Гауравтара. Ты дал обет не брать никакого оружия. И поэтому не нужно звать Сударшан Чакру, они невежественны. Может, они ударили меня, но я не обижаюсь. Пожалуйста, прости их по просьбе Нитянанды». Гуранга, он простил их. Джагай Матхай, они обрели милость от Нитянанды, Гуранги Махапрабху и остальных преданных. Они решили не совершать никаких оскорблений и грехов в будущем. И вот перед Махапрабху они дали такой обет. Махапрабху сказал, что если не будут заниматься оскорблениями греховной деятельности, то он их простит. И вот они дали такой обет, и Махапрабху благословил их хорошо. Все преданные, благословите их, этих Джагай Матхай, чтобы они стали великими преданными. И Махапрабху предостерег с сегодняшнего дня: никто не должен указывать им на их прошлую жизнь. И вот Махапрабху говорит: с сегодняшнего дня никто из нас не должен указывать их на их прежнюю жизнь, поскольку в прежней жизни очень скверна была, пили вино, занимались хулиганством. Но Махапрабху предостерег с сегодняшнего дня: никто не должен указывать им прошлое, поскольку прошлое — это прошлое. Сейчас они обрели милость, изменили свою жизнь, и все это скверно ушло. Поэтому нехорошо указывать, что они были пьяницами, хулиганами в прошлом. И вот Махапрабху сказал так, и с тех пор Джагай Матхай стали символом чистоты. В киртанах описывается. И поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами говорит: Джагай Матхай не... Он говорит, что я более падший, чем Джагай Матхай. Что имеется в виду? Джагай Матхай говорит: «О Прабху, как мы сможем узнать, что ты доволен нами?» И вот Джагай Матхай спрашивает Махапрабху: «О Прабху, как ты можешь подтвердить, что ты доволен нами?» И вот Махапрабху говорит: «Я хочу дать вам служение». Вот они просили служения. Махапрабху сказал: «Хорошо, вы можете...» Вот здесь на парикрамной дороге есть Джагай Матхай Гат, и там они его ухаживали за ним, подметали и прочие вещи делали. В то время Ганга протекала в том месте.
потом оно изменило русло и протекает вот данный момент здесь. И Джагай Матхай с утра до вечера они ждали. И какие-то, когда какие-то признанные приходили, они просили благословения у преданных, и все, кто приходили принять омовение, они просили благословения, у них помогали как-то и совершали дхамма-севу, они очищали, подметали этот гад. Много преданных, не один, множество преданных просто во Вриндаване не ходят. Как Шивананда Прабху, например, он не все об этом знают, Шивананда Прабху. Он занимался подметанием Никунджавана. Кто-то думает, что может сделать так много того, пятого, десятого, а другие преданные, как во Вриндаване, например, у них было одно служение, одни баджаны, они просто подметали Ямуну, Ямунагат, Нидван, Никунджаван, и вот брали веники и подметали. И так у них баджан был. Поклонялись Кришне цветами, плодами, просто подметали. И поэтому Бхактина такого говорит о себе, как о трансцендентном Апракрита подметальщике Гундрум Дхамы. Бхактина такого говорит о себе, как о подметальщике Гундрум Дхамы Намахате. И вот завтра я могу об этом рассказать. И вот практический пример Джагай Матхани очищали. Кто-то думает, что это что сева такое? Да, с помощью дхамма севы Бхагаван становится очень доволен. И когда Бхагаван недоволен нами, он говорит, я не могу давать вам свою милость. И вот, если мы... Когда Бхагаван не дарует нам свою милость, если мы пойдем и примем прибежище у Дхаммы, то тогда мы сможем обрести милость Кришны. И как это пример Джагай Матхай, кто-то может, я могу еще один привести пример Ашватхама. Кто слышал о нем? Ашватхама, он сын Дроначарьи. Ашватхама is the son of Dronacharya. Follow. И вот Ашватхама, он сын Дроначарьи, он совершил большое оскорбление, которое не могло быть прощено. Он убил пять вайшнавов, пять сыновей Панчапандов. И вот он пришел скрыто. И убил этих пятерых детей, сыновей Панчапандова. И Панчапандова, дети спали, и тут он как-то пришел с ножом и всех убил. И такой человек никогда не мог быть прощен. Бхагаван Шри Кришна был очень недоволен. Less it is to hear anything about you. Oh, keep, go. In that case, what happens? И вот тем временем, что случилось? Finally, Ashwatthama took decision to serve. Finally, Ashwatthama took decision to serve. Служить Враджадхаме. Hello. Кришна not going to obey. Кришна не простил его, и вот этот Ашватхама решил служить в Враджадхаме, в Вриндаване. И как? Он взял веник и пошел подметать весь Вриндаван, просить милости. Все ошибки, которые совершил, я никогда не смогу исправить их, и, пожалуйста, простите меня. И до сих пор Ашватхама, он совершает свой баджан. Его тело покрылось проказой и страшно воняло.
His body и вот его тело, bad smell. Оно источало плохой запах за километр. Никто не мог подойти к нему. Хуже, чем если испражнение воняло, поскольку он из-за этого оскорбления он получил тело какой-то грязной ведьмы, покрытой проказой. И я много раз был там, где он в том месте, где он совершал баджан от Нандаграма, там недалеко. The name of the village is Pisaigaon. Pisai. Название деревни это Пишайгаон. Where Ashwatthama still today secretly doing bhajan. И там Ашватхама до сих пор совершает баджан, чтобы Кришна стал доволен им. И он пытается исправить свою ошибку. Still today, до сегодняшнего дня Ашватхама совершает баджан. В Пишайгаоне. It is almost 5 km from Nandagram, 5-7 километров. Там Ашватхама совершает баджан, и иногда кто-то видит какой-то пожилой человек, он Ашватхама жив, но уже 5500 лет прошло с тех пор, но этот Ашватхама, он до сих пор подметает, но он необычный смертный. А еще у него благословение было, что он не сможет умереть, и вот он страдает уже больше 5000 лет. Иногда кто-то может извинить его, Дама-сева, она очень важна. Не каждый понимает, Дама-сева, она очень важна. Что Бхактивинода Тхакур, он дает нам такой совет, такое, то, что нужно совершать дхамма-парикраму. Все дживатмы должны совершать дхамма-парикраму, это очень благоприятно. И вот дхамма-парикрама очень важна. Если Кришна не сможет нас простить, но все же Кришна вынужден простить нас, когда мы совершаем дама-сева. Дама — это олицетворение Баладева. В Брахма-санхите говорится об этом. Дваракадама. И вот этот Судама Випра был Дваракадаме, и Судама Випра пошел туда, в дворец Кришны, но без какого-либо наслажденческого настроения. Если вы будете находиться в даме с таким наслажденческим настроением, это запрещено. Если вы находитесь в даме с таким наслажденческим настроением, это плохо, вы потеряете бхакти. И вот у Судама Випры не было никакого наслажденческого настроения. Он переночевал дома у Кришны, и Кришна прославил его. И вот он отправился домой. И вот здесь говорится то, что он ни копейки денег не дал Кришна Судаме, но все же он был очень доволен. Но чалабдхядханам Кришна, но ту ячиту, he himself тот, кто сам, он сам не просил. Кришна, он никак не просил его, так и Кришна ничего ему не дал. И вот здесь говорится. И он отправился по направлению к своему дому. He was very,
ему было стыдно. Он был доволен, получив даршан Кришны. Получив даршан Кришны, он был очень доволен. By the darshan of Krishna, it is, he was very satisfied. So it is written, Шо-чаладха дханам Кришнату ноту жачитубана своям шо-грихану бидиту агачат махат даршан нибрито. Нибрито means satisfied. Only by the darshan of Krishna he was very satisfied. И вот он был очень доволен, получив даршан Кришны. Дришта брахма натаха майя яд даридро тамо лакшим астишто бибрато роси ахо брахманна девасо дришта брахманнат брахман is printing message брахманнатая майя ахо брахманна девасо дришта брахманната майя яд даридро тамо лакшим аслишто бибрато уроси. You see the glories of Brahmana Dev. И смотрите, насколько славен Брахмана Дев. Восклицание. You see the glories of Brahmana Dev. Brahmana Dev is adishta Brahmana Dev. How tremendous love. Насколько славен Кришна. Кришна. Have for Brahman. Насколько много любви и заботы имеет Кришна к Брахману и Вайшнавам. Я самый бедный Брахман, но все же Кришна, он не думает об этом. Он обнял меня. I am the topmost poor man. Я самый бедный, но все же Брахман и Кришна. Он обнял меня всем сердцем, и в этом его величие. Я очень бедный человек, полон грехов. I am very poor man and I am busy with sinful activities. And where is Krishna, who is the source of all? И вот Судама говорит, что я очень беден, а Кришна, он источник всего богатства, он муж самой Лакшми, богини процветания, он Брахма-бандху, он друг и благодетель всех брахманов и вайшнавов. И это его природа. И он обнял меня с такой огромной любовью. Каахам даридра папияна, ка Кришна синикетанаха, бамма вандуритисмахам, бахубхям парирамита. Нибошито прия джусте парьянке бхатуро жатха. Я очень беден, очень грязен, очень грешен. То Судама говорит о себе, такой простой человек, но Кришна, он посадил меня на свое ложе, на свою постель, украшенную золотом, на свою собственную постель. The bedstead where Rukmini and Krishna are going to sleep, that bedstead, Krishna уложил и посадил Судаму на ту кровать, на которую сам сидел с Рукмини.
очень, очень дорогую, украшенную золотом и бриллиантами. И здесь говорится, Нивасита, я был, меня посадили на эту кровать, где сидел сам Кришна с Рукмини, там, где они спали. И вот он как старшего относится ко мне, как к старшему брату. Парьянке бхатуру ятха махиша бийитохо санту бало бхайжану хастая. Not only that, but also не только это, а также Рукмини Деви, которая есть сама Лакшми, она омахила меня апахалам махиша. Махиша значит его женою. И вот он начал опахивать апахалам. Нивасито приаджусте, парьянке бхатуру ятха, махиша бийитохо санту, бало бхайжану хастая, Рукмини севито, Рукмини is sleeping there, and I am very tired because I am coming long distance. Вот я очень устал, вот пришел издалека с таким настроением, что но не для того, чтобы Кришна ухаживал за мной таким образом. After that is written, и после этого говорится. Шушусая парамая паду сангбхавнади. All Sudama Vipra going to think inside. Sudama Vipra думал. Он повторял Харинам, шел по направлению к своему, к своей деревне и думал. И воспоминания захлестнули его. Что Кришна, я такая падшая, душа так беден, так грязен, а Кришна обнял меня, посадил на свою собственную кровать, повел пуджу, не только это, еще и занял Рукмини в служении мне в качестве. Она опахивала меня апахалом. Кришна, он смог понять, что я очень устал, поскольку я шел столь издалека. Дом Судама Випра, он далеко, не так близко, где Дварака. Это в Гуджарате. Достаточно далеко, а... И вот Кришна с такой симпатией, он думал, что мой друг, наверное, очень устал. И вот он организовал воду, чтобы мыть его лотосные стопы этого Судама Випра. И вот что говорится здесь. И он хотел позаботиться. Кришна. Он хотел позаботиться о своем друге с такой симпатией, то, что, может быть, мой друг очень устал. И вот он начал массировать его стопы. Vipra Devena Devavad Sususaya Paramaya with great care и вот с великой заботой
care, with great care, going to serve. With great care, with great care, going to serve. Он начал служить Судама Випре. Начал массировать его стопы, омыл их сначала. First of all, going to wash the leg, and first of all, going to wash the leg, and after that, going to massage the leg. Pada sangbahana adibi, adibane etc. Pujito, and Sudama Vipra was worshipped by Brahmanadev. И вот Судама Випра, Кришна начал поклоняться ему, совершать пуджу. Vipra Devena Devavat. Vipra Devena Brahmana Devata. I mean the Brahmana Dev. Brahmanya Devata. Brahmanya Dev. Brahmana Devayo. Brahmana Hitayo. We know the mantra. Мы знаем эту мантру. Brahmana Devayo. Brahmana Hitayo. Jagad Hitayo. Sikhisnaya Govindayo. Namo. So Jagat is going to take care of the, going to take care of his friend. I mean, Sudama Vipra. И вот он заботился о своем друге Судама Випре с великой заботой. И он поклонился ему. Like somebody going to worship demigod. Как кто-то поклоняется полубогам. Similarly. И подобным образом он поклонялся мне. Шушу сая парамая. Паду санбахона дивихи, пужито дево девено, випро девено девават. Just like demigod, he went to worship. Very important personality. But I am very poor. Он поклонился мне как полубогу, но я простой, бедный человек. It is written Siddhanta. Вот, здесь говорится такая Siddhanta. Расаям бхуби сампадам. It is very nice Siddhanta. Саргапа баргаю. Саргапа-баргаю пунсам, расаям бхуби-сампадам, сарвасам сиддхинам мулатап-чарна-арчанам. What is it? Саргапа-баргаю, сарго-апаварго, whatever. Сарго-апаварго, все, что есть. Чатур-барго, а? Чатур-барго. Саргапа-баргаю пунсам, расаям бхуби-сампадам. Сарвасам упи-сиддхинам мулатап-чарна-арчанам. Может быть, вы спрашиваете, хотите жить на сварге, и здесь говорится, сварга, апаварга, все, что вы, кто-то хочет там жить, кто-то в другом месте. Апаварга что значит? На апаварга. Апаварга. So, саргапа баргайо, пунгшам расаям бхависампадам, сарвасам хупи сиддхинам, мулам тачарначанам. All the worshipping of Krishna's lotus feet, поклоняясь лотосным стопам Шри Кришны, the lotus feet of Krishna is the final. Это наивысшая цель. Саргапа баргайо, пунгшам расаям бхависампадам, сарвасам хупи сиддхинам, мулам тачарначанам. By worshipping the lotus feet of Krishna, поклоняясь лотосным стопам Кришны, что мы не можем обрести. Поклоняясь лотосным стопам Кришны, что мы не можем обрести, мы можем обрести все. Саргапа баргайо, пунгшам, расаям, расаямен, расаямено, расатал. Расатала, может она, расатала, необычайно богатая или сутала. Расатала, сутала, как мы говорим, бурубавар свах. Есть эти верхние миры, нижние. Где находится Боли Махарадж? Он на сутале, не все помнят. So it is written, и вот здесь говорится that, то, что саргапа баргайо пунсам расаям бхуби сампадам
Sarvasam opi siddhinam tat charnam moolam tat charnachalam. What is it? Sargava vargayo pumsam rasayam bhavisham padam. Sarvasam opi siddhinam moolam tat charnachalam. If you are going to worship the lotus feet of Krishna, если вы собираетесь поклоняться лотосным стопам Шри Кришны, вы обретете все. Так вопрос не стоит в том, что вы обретете, а в том, что не обретете, поскольку нет ничего, что нельзя было бы обрести поклонением лотосным стопам Шри Кришны. Вы обретете абсолютно все. Sarvasam opi siddhinam muttat charnachalam. You can get siddhi. Вы можете обрести сиддхи, сева сиддхи. Опи сиддхинам мул, мулам тат чарначалам. Now, и вот сейчас Судама Випра говорит, говорит, когда вот он идет и говорит сам собой, я очень беден. Кришна очень милостив, он думает. Что я очень беден, и поэтому если я... А, это говорит Судама. Если мне были бы деньги, я бы потерял терпение. Поэтому здесь говорится «Адамо Айам». Кришна говорит, этот браман очень беден. Если я дам ему какое-то богатство, несметное богатство, это очень опасно для него. Кришна из-за своего, своей заботы и любви, он... Судама Випра думает, Кришна, он полон любви, и я очень благодарен Кришне, поскольку Кришна не дал мне никаких денег. Если бы были у меня деньги, я потерял бы свое терпение, возгордился бы. И поэтому этот браман, он посчитал. That Brahman calculating, adhano ayam dhanam prapo, madhyat nuchair mansmarit, iti karuniko nunam dhanam me bhuri, dhanam me avari adada. With this conception, и вот с таким настроением Брахман думал, что если бы у меня было много денег и положение в обществе и прочее богатство, я не мог бы помнить его лотосные стопы Кришны, я бы забыл лотосные стопы Кришны. И поэтому Кришна не дал мне никаких богатств. Адхану аям дханам праппо мадья уччайр ман Смарет, ити карунико нунам дханам ме бхури на ададар. With this conception, и вот с такими мыслями Кришна, with this conception, Krishna not going to arrange huge property. Не дал мне никаких богатств. Адхано аям дханам праппо мадьят уччайр ман смарет. He cannot remember if opulence coming is there. Ити каруни канунам дханам ме абхури нада. That's why Krishna not going to give me property. И поэтому Кришна не дал мне никаких богатств. Антаха, this way, и таким образом, думая, он шел и думал. Sudama's house is near Porobandar. You heard the name Porobandar? Его дом рядом с Порабандан, Ники. И там, я Махараш там не был, рядом с Гуджаратом, но там порт какой-то. В общем, там на берегу океана где-то.
loading, unloading, they are doing there. It is there, Porubandha. It is near Porubandha. This is how I remember. So adhanu ayam dhanam prapo madhyat na uchair na mam smaret. If I give property to him, he cannot. Бы Кришна дал мне много богатств, я забыл его. И вот он говорит, Brahman speaking, mentally, в уме, speaking inside, so suppose, if I'm going to get money, например, если бы у меня было много денег, я бы не смог помнить Кришну с таким настроением полной любви, с таким мотивом Кришна не дал никаких богатств мне. Иначе мог бы дать, но не дал. That's why he is not going to give me property. Property, money and treasure. Iti sanchintaya antaha. By thinking this way. И вот думая таким образом внутри своего ума. By thinking this way, думая таким образом, постепенно он дошел до своего дома, думая таким образом всю дорогу. Iti sanchintayat, by thinking this way, prapo nijo grihantikam. He is going to reach almost. И вот он дошел до практически до своей деревни. Он дошел. Сурьяналенду шанкасуир биманай сарвато вритам. He coming just near his house. И вот он пришел, подошел к своему дому практически, но удивился. Не было его. Хижины, такой старая хижина, да, but вроде место мое, но что-то, где это? Хижина моя. Я живу тут всю жизнь. А куда мой дом делся? Вроде развалившийся дом какой-то был, но его нет. Like the brightness of sun god. И сейчас стоит какой-то дворец, который сияет как солнце. Откуда этот дворец? My broken room where? Где моя старая хижина? There's a big palace now I see. So Судами calculating how possible. И вот Судами продумал, как это возможно. After thinking and thinking, и вот думая таким образом. Иti tat chintayantaha, prapto nijo grihantikam. By thinking this way, и вот думая, он подошел к этому дворцу, к своей деревне, к тому месту, где была его хижина, но. Surya anelend ano. Сурьяне, Сурья, Анал, Анал, Инду, Анал, Анал, мне огни, like sun god, like fire, Сурья, Анал, Инду, Шанка, Сойр, Биман, Ир, Сарвато, all different chariot, Биман, Биман, all along, waiting. Он увидел вокруг его дворца стоят. Эти виманы, летательные средства, ждут служения ему, и также говорится. Он смотрел, как Сурья, как боги огня, солнце и прочих стихий, они ждут его указаний. Он был удивлен, откуда это, эти самолеты тут, виманы стоят, я не знаю, откуда они. И вот он обнаружил, что вокруг дворца прекрасный сад. Бичитро упо банаданой удан, бичитро декоратив.
very decorated and tasteful, very decorated and tasteful garden all around. Vichitro upavano dhanai kujat dijo kula kulai. And all different kind of birds, that, you know, very sweet sound, very, very sweet sound of those beautiful birds. Они прекрасно поют в этом саду. Тачинтаянно праптанио грихантикам сурьяналой налинду шанкасой виманой сарвато врита. Are different kind of garden, decorated garden, and different kind of birds are singing. Гирлянды были там, и птицы пели. Как это удивительно. Это Дварака. Это значит Дварака Дама. Дварака это Дама. И она подобна Вайкунте. Дарука это Вайкунте джага. His house is just like, и дом Судама Витра был подобен Вайкунте. Что это? There is all. There is garden, different birds are, you know, singing. Апратфулло кумудамбожу. In the lake, in the vicinity of his body. In the lake, in the vicinity of that palace, which he discovered. И вот рядом in, с этим. Village. He discovered in his palace. Водоемом, one palace there. In the vicinity of that palace, там вырыли еще озеро, где цвели цветы лотоса. There, vichitro upavano dhanai kujat dijo kula kului. All different birds, different, all different species of birds, they are singing. Пели в этом саду. Padma, all different flowers. Цвели вот эти вышеперечисленные виды лотоса в озере. All discovered different kind of lakes and gardens around his bhajan, around his bhajan kutir. Now cannot see his bhajan kutir, just like a palace. And there in the palace, это Судама так и не смог найти свой бхаджан кутир в виде старой хижины. Like you know, king, they are taking care. И там были всякие садовники, заботились обо всем. Итин санчинтан то прапто нижо грянтикам сурья наренду шанкасвир биманой сарвато брито бричитто упованот даной кужад дижо кула кулей прапфулло кумудам божо кальярот пало барифи жустам шалан критой пумби. Like if I can remind you the one case when some dacoits, когда какие-то разбойники пришли украсть украшения, to rope, to take ornaments from the body of Balaram. С тела Баларама что случилось? Баларам он спал. You never go to Chaitanya Bhagavata. В Чайтанье Бхагавате кто читал, но там описывается, как эти those dacoits, they're watching that Nityananda Avadhu sleeping. Зачем Нитянанда спал? Но рядом с ним были какие-то Вайкунтха Паршады, и поэтому эти воры не смогли украсть никаких украшений. Вы сейчас видели, что какие-то охранники рядом с ним стоят, охраняют Судама Вибера, удивился, что это никогда не ожидал ничего подобного. И тем таким образом, Судама Випра не осмеливался зайти в этот дворец. Он был в таком бедном виде, в рваной одежде. И думал, тем временем, жена вышла, и даже он жену свою не узнал.
жена вроде бедная была, пожилая, в рваной одежде, как, а сейчас выглядит как царица и зовет, иди сюда. Жена звала Судама, а да, Судама думала, кто же это зовет меня. Сегодня время кончилось, завтра продолжим. Шотекшита патанунанат пуншам, джаджад дхияту уругая вибхавайати, таттад бапупрнесе шадану грахаю.